ребят с нашего двора. В первую очередь, конечно, общекомандная победа. Конечно, выделил бы сегодня отличную игру Голышева и нашего вратаря в очередной раз. Это стали факторами победы, но в целом командная заслуга. Мы выходим каждую смену, стараемся играть попроще, выполнять игровое задание. Я думаю, что это является залогом успеха. Мы всегда стараемся играть на максимум возможностей, независимо от того, где мы играем. Но, конечно, приятно, когда наши болельщики у нас за спиной буквально подгоняют нас. Это такое приятное чувство, и это дополнительная мотивация помогает. Положительные эмоции, мы рады, что мы выиграли, но впереди еще одна победа нам нужна, так что надо сохранять эмоции сейчас, аккумулировать, восстановиться правильно, подготовиться к следующему матчу. Ну, я считаю, правильно, дисциплина, реализация, хорошее меньшинство, Женя Алитин, в принципе, работа всей команды. Самое главное, что мы выиграли, во второй шайбе повезло, третий гол в пустые ворота. Вся команда бились, мы рады этому результату. Сегодня два главных героя матча – это вы и ваш друг Евгений Аликин. Насколько вы рады вдвоем так прославиться? У нас вот 25 героев там сидит. С каким предвкушением ждете следующий матч? Как обычно, все стандартно. Выходим, играем на победу, бьемся. Умираем друг за друга, за команду, за болельщиков, за город. Ребят с нашего двора.